Проспект Московский, дом 23А, второй подъезд. В последнее время очень часто останавливался. Причиной этому было срабатывание защиты. Защита показывала превышение времени открытия дверей. Причем лифт в это время мог быть на ходу. То есть, ну, лифт проехал точную остановку, внезапно пошел отсчет времени дверей, и защита срабатывала, люди застревали. Механики приходили, перезапускали, лифт работал дальше, опять до следующего срабатывания защиты. Все оказалось просто. Грязь или остатки невымытого флюса между ножками контроллера просто-напросто выцарапал грязь, все заработало. Теперь все работает, все моргает, все срабатывает как надо. Содержите платы в чистоте. Единственный совет.